Так, итак, продолжаем репортаж об электрическом триммере, электрическом кусторезе. Смотрите, вот такая вот используется, такой используется этот шпуля для лески. Как ее заряжать? Берем кусок лески, несколько метров сгинаем, вставляем вот сюда и наматываем. Наматываем, придавливаем, защелкиваем, вытаскиваем через дырочки. Тут есть коробочки. Вот. И все, оно разматывается потом. Вот так заправлять леску.